44-летняя Яна Рудковская редко раскрывает подробности своей личной жизни. Сегодня светская львица откровенно ответит на вопросы поклонников. Недавно супруга Евгения Плющенко призналась, что из-за перенесенной операции не может самостоятельно родить ребенка. Звезда сообщила, что они с мужем рассматривают вариант суррогатного материнства. Неудивительно, что после такого откровения многих поклонников интересовал вопрос расширения состава семьи Рудковской. Светская львица сообщила, что больше мечтает о дочери. «Хочу, чтобы у меня была девочка. А вообще, планируем двоих для полного счастья», — разоткровенничалась она. Продюсер заявила, что для нее счастье заключается в воспитании детей. Одна из подписчиц спросила звездную маму, почему в ее социальных сетях практически не появляются старшие сыновья. По словам Яны, 17-летний Николай и 18-летний Андрей уже выросли и не нуждаются так сильно в материнской заботе. Они взрослые ребята. «Не хотят быть в моем Инстаграм, а хотят быть в моем сердце», — ответила многодетная мама. Рудковская озвучила свои параметры. «Рост 168 сантиметров, а вес 52 кг», — написала звезда. Она призналась, что, несмотря на природную стройность, ей приходится много работать над своей фигурой. «Секрет в фитнесе. Занимаюсь дома с тренером 4-5 раз в неделю. Я хочу как можно дольше носить свои любимые платья, а они все маленького размера», — поделилась Яна.